ребят, короче, из-за той аварии вот такая вот пробка. Пробка просто огромная. Ты уже разъехал. А так было. Блин, тачанка. Мы тут буквально, наверное, в 5 километрах от тачанки. И смотрите, поле помидор. Сейчас покажу ближе. Вот. Это наши херсонские помидоры. Тут их реально можно набрать, блин, сделать из них. Блин, вполне нормальные съедобные помидоры. Я не знаю, бросили ли это уже, не бросили, но вроде никого нет, не обратно. Это трасса. На салатик Юра наберет. Защитная, это Россия, где перед тобой силом все двери открыты. Выбирайся, будь герой, одиночки, компоненты биты. Ходи на оба митинга, у тебя сердце искатель приключений. Принципы придумали, слабаки, тусовки, придумали гении. Это вас победу, за нашу вашу свободу смейся. Короче, поехал через Рюбинск, лучше бы я не ехал. Тут дорогу ремонтирую. Может, там дальше она и хорошая, но... Я не ехал через Сургут. Думал так сократить, так нет, чуть меньше. Короче, блядь, не знаю. Так интересно, да, город? Какая-то одесская компания, одесские номера вот на самосвалах. Будущего жарку пытаюсь унять. Ты попробуй меня поменять.